righty, the bad guy's dead, we're about to save the moon in the vault full of cool-ass alien stuff. Полная всякой крутой инопланетной добычи уже открыта. Так погнали туда. And we can get to the fun part, finding that vault. I'll let you do the honors. О, спасибо. Какая честь, Джеки. Поиск хранилища. Ну, правда, 91 на 20. Не, на 18. Сейчас все сломается. Пожалуйста, я предсказатель. Я Ванда. Джек, I'm sorry. I'm not. Warning, singularity detected. Ой-ой, меня притягивает. What the hell? Good job, everybody. What's Moxie? What the hell are you doing? Джек, а нет, типа. Предаю тебя. Молодец, Мокси. Джек, Ханечку придавливает. Ой, там какие-то кораблики засосало. If you come down from Helios alive, a lot of decent people will live to regret it. No! Damn it, I trusted you, Moxie! Do you know what? Я не могу спуститься, мне лифт не дает спуститься вниз. Да? Да, он поднимается постоянно, я вспомнил. Ой, у меня экран белеет. Закрывайте ваши глаза. Особенно те, кто смотрит это ночью. Мы улетели куда-то, конечно. Ну как бы сейчас сюда. Ну. Кислород сейчас вырвется отсюда, нет? Нет. Так, фиолетовые вещи нам, кстати, дадут. Мечи? Вещи. Липучая метательная коррозионная трансфузия, либо энергетический щит. Интересно. Давай щит. О, глава 11, предпоследняя. Или последняя. А что тебе было между чем и чем? Граната и щит. Ну, у меня щит дороже. Ну, у меня дело в том, что легендарный щит уже есть, так что. А, ну да, я понял. Блин, я не могу эту гранату взять. Ты какого уровня щит? 24-й. Что он расстроенный какой-то. Да, Джек, Джек, успокойся. Дыши. Уса. Все в таком духе. Да, ты помнишь какого это фильма? Bad boys, очень gonna do. Я не помню, это какой части, третий или во второй? Это во второй, кажется, было. Когда он там с ума сходил. Типа, меня все бесит. Так, ладно, погнали. Я весь диалог пропустил. Блин, ну дробовик, конечно, с этим, со снайперским прицелом, это очень интересно. Maybe later. Right now, I've got a job to finish. А, ты пошел пацанов убивать? Я хотел проверить, как он работает. Так, ладно, погнали на равнины. Так, мы вроде как к хранилищу идем. Опа, а тут будут инопланетяне? А то я в каких-то геймплейных роликах видел инопланетян, которые хранилище стерегут. Помнишь их с первой части? Да. Они были прикольные, такие тощие. И с иридианским оружием? Да. Guns, Glorious Guns. Так, дай, ой, не телепортейшн, дай мне машину, чтобы я мог ездить. Дай мне машину, чтобы я мог летать. Zero atmosphere, ой-ой-ой-ой, не, пожалуй, я приторможу. Да, я лучше с разгона это сделаю. Ты вроде нормально летел. Да не, я видел, что я по траектории уже бы не долетел. Или долетел бы, но прям на краюшке. Да, 23 уровень у пацанов. Че, сдурели? Опыт гоните. Во! Другое дело. Так, а нам куда? Налево. Видел, где я? Да. О, Лунсталкер старший, 11 уровня. Папа пошел баиньки.
папы нет живых уже. С вездеходов неплохо так опыта падает. Учитывая, что они легко умирают. Так, я пришел, куда надо. Hold up. I'll handle this. Неплохо. Что, грузчиков запустил? Что? Ну, чё, Джек тут открыл мне дорогу тем, что скинул контейнер на ворота. Неплохо. Так. Teleportation Technologies. Voyage of Solitude. Solitude? Skyrim? Там такой городок есть просто. А что у нас в магазинах есть? Находим вход в хранилище, мы идем туда, забираем, что там лежит, и убиваем с помощью его синего модификатора класса. С помощью этой штуки Лилит, Роланда и всех остальных. Фиолетовая классная пушка 21 уровня. Ну, фиолетовая? О, нифига себе, мне нравится, я куплю ее, наверное. Я, кстати, тоже бы мог ее купить, мне как раз хватало на нее. Вот, Мелс, привет, Мелс. Энергетические пушки мне нравятся, а ну-ка. Да, они тут классные. Так, что она умеет делать? Она замораживает. О, прикольная. Так, глянь она какая. Где? Быстро стреляет. Ну, как у тебя-то тебе? До свидания. Так, ну погнали. Медик забытого легиона. Помнишь, во второй части был этот... снайпер, как, или я уже не помню, или дробовик, который стрелами стрелял с Майнкрафта. А, блин, не помню, что было. Дробовик, я помню, стрелял огненный... Не, дробовик, он огненными стрелами стрелял. Ох, ни хрена себе. Дробовик стрелял огненными стрелами. Такими, знаешь, как... ну, так как это дробовик, то... Лол, это инопланетяне? Я говорю, так как это был дробовик, то он как бы, знаешь, вместо дроби стрелы вылетали. Он как раз таки с этих скриперов выпадал. Там вот. Шанс был понтовый. Да. Но был. У меня там снайпер какая-то выпала, которая, по-моему, стоит или стрелой, или что-то другое дело. Да как ты меня так убил, скотина? Оп. Музычка прикольная опять. Железяки? Да блин, вы задолбали меня убивать. У меня легендарная пушка в руках, почему она вас не убивает нормально? For the Legion! Блин, я лечу только мертвый. Ой, 26 уровня, я думаю, что он не умер. Ой, давай я его добью. Окей. Добивай его, просто... Ой, я тут просто по КД падаю. Так я не могу ничего с этим поделать, они меня просто убивают, у меня вроде нормальный щит. Блин. Поднимай! Я не успел даже подбежать. Так ты рядом со мной был, куда ты убегал? Ну, вы тут все похожи. Ну да, действительно, я почему-то тоже красным цветом подсвечиваюсь, наверное, да, на перекрестии, на прицеле. Слышишь, он тут вчера скачивается, что какой-то свет лунный такой с него исходит, и он встает сразу. Так это вроде как раз таки инопланетяне есть. Такое ощущение. Вот смотри, какие-то ридевые надписи. Я, в принципе, забыл еще щит свой врубать, но меня очень хорошо бафает. О, мехроволшебник, это неплохо. А ё-моё, опять тоже. Я тоже сейчас начал ложиться, только я не пойму почему. Как и никому почему? Нету, слышишь? А, он есть. Противники просто очень больно делают. Так кто стреляет? Видишь? Да все подряд. Какие-то вечные забытого легиона. Они просто очень крутые. Повышенные вечные, они там еще бафаются. Блин, я умер, подними. Меня коррозия захавала. О, журнал Зарпедон. Инженеры называют это кракеном. The surface has been ruptured and all communications with Doll headquarters are down. There's a fetid stink in the air emanating from the exposed moon's core. It's hard to breathe. Лол, у меня что, патроны самонаводящиеся? О, ля, он качается, реально. В смысле качается? Ну, в смысле, он сам себе уровень повышает. А, вот этот тип? Да. Он был... Я думал, твое ружье. Да нет, он был, типа, 20 какого-то там, 5 уровня, потом стал 26. Так я же тебе за это и говорил. Да я понял, прикольно.
Я говорю, что он встает и делает кнопки. Вообще охерели. Блин, у нас 23 уровня, а не 26-го. Нечестно, немножко нечестно. Я бы сказал, даже вообще нечестно. Да вроде же вздыхают. Да, но мы тоже просто постоянно падаем, неприятно. Так, а куда нам дальше? Прямо просто, да? Он в тот форт какой-то. Там куча турелей, ну, все как всегда. Вот, Джекина помогает, грузчики. Правда, этих толку чувствую мало будет. У меня такое ощущение, будто у меня вот это вот оружие, оно самонаводящееся становится. Или нет, ну, надо проверить мою теорию. Да, смотри. Я стреляю вверх, а пульки на противника летят. Мне надо, наверное, один раз попасть по противнику, и как бы пули на него лочатся, да? Кайф. А что там написано? Где? Ну, на... красными буковками. Повтор. Вон, зараза, отбор пишет. Ладно. Ближний бой, понятно. Получится сюда. Остался. Нет, Оскар. Хватит умирать. Да скотина, иди сюда. Блин, так хоть кто-нибудь. О, пойдет. Чуть меня это немного начинает напрягать. Тебя тоже назад отбрасывает? Это... генератор хреновый. Ну что? Это генератор, тут эти десантники ставят. Тут они ставят генератор, ой, который... тут ребята много. Да тут турели и дохера еще. Они ставят генератор, который как раз таки тебя притягивает. Так а зачем он меня притягивает? Мочи его. Блин, да кого мочить? Да вон слева пацан полумертвый. Где? Он кричит, да вон он, блин, прям перед нами. Да у меня ничего не видно, у меня красный экран и все. А, блин, он прокачался. Ага, удачи. Тем более это я в пушке разбросал ее. Че, против дробовика силенок немного, да? Поливает турель. Лови. Хорош. Так, грань одиночества. Ну, думаю, мы тут будем не одиноки. Тут хватает ублюдков. Собака. Блин, один выстрел, черт! Забыл. На! Блин, да хера патронов тратится, мне так не нравится. А я беру сразу говно оружие какое-нибудь. Проблема в том, что у меня нет говно оружия. Как бы есть, но не такое совсем говно. Надо патронов насобирать где-то. О! Самое то. А ну-ка, дай-ка я к вам подлечу, парни. Ненавязчиво так. Блин, ну зачем ты его добил? Так эффекты щитом хотел его завалить. Стреляй. Крепкий. Да и тут по сути все крепкие. Если честно. 25 уровня тут парни дают просраться. Он на меня прилег. И больше не встанет. Да блин, опять ты свою хрень поставил, она меня писит. Капец вас тут, ребят. Вы не думаете, когда-нибудь закончится? Хотя нам вроде опыт идет нормально. О, крутой парень. Качай. Ну ладно, качайся. Добивай его. А тут еще грузчик живой, прикинь. Сзади противник ну, как какой-то. Живой, так, ну как бы да, попросил. Такой. Скорее мертвый, чем живой. Блин, зря я перезаряжаюсь этим дробовиком, он выкидывает боезапас же. Они наверху там, да? Так, а ну-ка дайте-ка я подышу. Блин. Что это за хер? Чужие, наверное? А, да, вот они. Ниндзя. Стражи, некого хранилища. Какие-то не очень.
Но в первой части они были тоже. Они были достаточно такими толстыми. Ты не стреляешь, или я? Нет, я вообще хрен знает где. Шеру Страж. Готов. Там какой-то хрипень. Да вечно этого легиона они сильнее этих пришельцев. Пришельцы прям таки рассыпаются. Особенно с дробовика с этого. Хотя нет, смотри, у них щиты хорошие. А вот силёнок не очень много. Они что, бесконечно тут спавнятся? Гранатка пошла! Блин, у меня патроны закончились. Патроны будут, ребят? А чё я прыгаю-то, алё? А чё эту хрень тут поставили? Это они подтягивают вверх. Они? Ну, у меня тоже прыгают, да. Вот эта штука подтягивает вверх. Нет, тут вот хрень стоит. Я её убрал. Тут стоял генератор этих... Не знаю, как это правильно называется. Короче, генератор подбрасывания. Давай так его называть. The secret is not safe. Good contact, easy kill. Yours. And this time the board is behind me. You've been terminated. Say one more word to me, and I will make your death slow. What are you? That was three. I'll be seeing you soon. Так, тут спавн, пошли дальше. Там робот с кем-то воюет, что ли? Какой-то щит у них, козлы. Так, ты у нас не будешь улучшаться. Мы тебя зарежем. Блин, второе дыхание вовремя. Давай, давай, давай. Добивай. Я как бы не против, чтобы ты их добил. У нас же типа командная игра и все в таком духе. Так, ну я залезу наверх. А тут вот есть бук. Тут патрончики. О, только не сейчас. Я слишком много патронов буду тратить. А, ну ладно, так тоже пойдет. Outfall Pumping Station. Бери дробовик и все. У тебя такой совет у тебя был? Нет, ну просто если так подумать. Ой-ой. А что у него с ручками? Ай, боюсь. Типа да, боюсь. Убить его? Ты его убил? Да. Было задание убить его. Надо было не убил. Давай против системы пойдем, да? Да, Джеки становится сумасшедшим потихоньку. О, модификатор класса. Дрободан. Гранатки. Ну хотя бы синяя, знаешь. Они зеленые охренели. Или вообще белая, как в товаре дня было во второй борде. Вообще позор, белая. В товаре дня. Нажать. О, поехали. Ой, что происходит? Поехали! Так, а вот и хранилище, кажись. Какое еще хранилище? Мы тут хранилище на Луне типа ищем. Что это такое? На самолете? Не знаю. Даль, наверное. РКС. Что это такое? Или РКС? Realm Camp Jet 5-го поколения. О, это, кажись, босс. О, урон не идет. А у меня самонаводящиеся патроны. У меня идут. Мне главное по нему разок попасть. Там еле-еле идет. Не, более-менее. Мне главное по нему попасть, а там дальше по нему урон идет. А может быть, можно подлететь? Да. Я в том плане, чтобы подлететь, чтобы поближе было. О, он спустился. Фигарь по нему. Да, очень слабо идет урон. Вроде попадаем. О, давай-давай, ближе-ближе, отлично. Блин, я гранаткой кинул в этот, попал. Блин, совсем херовый урон. Легендарка, это... Давай этим, молнией. Патроны быстрее всех летят. Вот тут внизу ящики лежат.
Нормальные? Нет, ну, в смысле, с патронами. А, ну, пригодится. Обычные эти пытки. Ну, хрезе, у меня, кроме легендарного лазера, в принципе, по нему стрелять больше нечем. Ты поскакал здесь? Не, я все еще на той платформе. А тут какая-то хрень непонятная, да. Призрачный какой-то хер. Призрачный хер? А, ну это эти... инопланетяне, грубо говоря. О, за них опыта прилично дается. Да, есть такое. Сик, еще даже деньги падают. На. Нормально разобрали беднягу. Так, он сейчас он летит к нам. Бомбы кидает! Бомбы! Бомбы, они все на тебя полетели. Что? Бомбы все на тебя полетели. О, давай! Блин, патроны закончились, серьезно? Что-то как-то быстро. Где там ты видел патроны? Внизу под нашей патроны. Вижу все. У тебя тоже звук как будто как с рации двоится? Да, так да, есть. Да. Спадника. Я ему вообще урон наношу? Не знаю, вроде да. Я понемногу ему наношу с легендарной пушки. Но очень понемногу. Пошел нахер. Как бы да, проблемка с ним. Ой-ой-ой. Я лучше отойду оттуда. Ой. А то там-то какая-то иконка появилась, типа... Я сейчас буду туда стрелять. Так. Так, самонаводящиеся пульки полетели. Эй, чё, я не попал? Я мои самонаводящиеся пульки. О, приехали. Я пожалуй, вниз. Патроны пополнить надо. Но половину хп мы сняли уже. А-а-а. Какая же неприятная скотина, а? Надоел. Есть такой. Ох, едить! Ну я вроде жив еще. Я успел вовремя отпрыгнуть. Да не встанешь так просто. Да, тут сложно. Нет, дробовиком не разумно, он очень много тратит. Надо легендаркой. А у меня просто то оружие электрическое. Ой, это морозное, я думал, толку нет вот этого. Давай, пока он на месте стоит. Уже нет. Мне просто очень хорошо. Мне главное одной пулькой по нему попасть, и тогда у меня все остальные наводятся на него. Ой, он опять по тебе жарит. А просто понимаешь, все пули в тебя летят почему-то. Потому что я железяка. Так как я черный, только я железяка. Расизм. Нет, это расстояние тот, он типа не берет. Не достреливал. Теперь ты решил отдохнуть? А-а-а, нет. Я ненадолго, я на пару секунд буквально. Да просто эти гребаные стражи летают. Они меня бесят. Хотя они горят очень хорошо. Сказал, даже отлично. У меня патронов мало, последняя обойма. Капец, они быстрые. Эти инопланетяне. А, нет, сгори. Отлично. Влиятельный страж. Интересно, в чем твое влияние? Сгори, сволочь. Нет, ну пойдет. Умри. Ох, ё-мо! Куча ракет в лицо летит. Я пошел вниз. А тут больше патронов нет? Смехострел. Не знаю, нет, только не это. Ну что? Могу прикрыть. Нет, только не сейчас. У меня и так мало патронов. Я этого козла даже не вижу. Да выключи эту хрень. О, не стадиора классный, стадиора так делать. Так у меня стадиор, легендарка. Блин. Неприятная ситуация. А подняться-то за счет некого. Блин, все, я рип.
Че это за хрень-то такая летающая? Тут внизу полно патронов. Где ты их видел полно? Я там я бегал, ни одного патрона не валяется, только ящики. И тоже открытые. Нет, просто вот, вот тут дохера патронов. Я не знаю, мне почему-то постоянно на нуле. У меня вообще полно, вот я побегал, насобирал. Ай, все ракетки у меня, это нехорошо. Не, в меня тоже летят, но я спрятался. А где-то патроны тут видят? Ну вот, здесь ящики есть. Не, я не за ящики, я за... Да блин, ну что за дурацкий босс, ну? Да, в него как бы просто так не попадешь, меня тоже напрягает. Может тут есть какая-то штука, я не знаю, что мы не видим ее. О, бомбы полетели. Ой. Я, пожалуй, нафиг отсюда полетел. Не, сюда одного выстрела не надо. А у меня дробовик, мне похер. Он 5 тратит, и столько же и будет тратить. Ну мне не надо, потому что у меня все энергетические пушки, и они очень много тратят. Так ему толком урона не наношу. Да давай! Он так, как и ты стреляешь, по-моему, да? Не знаю. Да блин, как это вообще зря, мог умереть? Зря я базуку, наверное, продал. Вот как я мог так просто взять и умереть? Ну ты, наверное, не успеешь меня поднять, да? Попробую. Да не, вряд ли. Там еще какие-то мудилы вдалеке бегают. Уже хрен попадешь. Блядь, ну, да. Я пытаюсь по камешкам подняться. Да, понятно, все. Рип. Самый тупой босс. Самый тупой. Дело просто не попадешь, если у тебя нет ракетницы с каким-то самонаведением, не знаю. Стингер какой-то там. Или вот как у меня легендарная пушка, которая самонаводится, но и то. Постольку. Оп. И то мне надо сначала в него попасть. Один раз, и тогда я в него попадаю. Где эта скотина? Давай. Полетели. Ой, в меня тоже ракеты полетели. Они вроде самонаводящиеся, но как-то по-тупому. От них... Как у него, точно такие же. От них увернуться можно. Ну подойди поближе, ну. Ты где? Все ракеты в тебя летят, давай, танкуй. Что танкуй, я мертвый. Ну знаешь, говорю, танкуй. Сейчас подниму. No time for rest, отлично сказано. Блин, ну у него одна треть... А, нет, зачем я нажал на эту кнопку? У него одна треть осталась. Опять! Ну что за... О-о-о-о! Прекрасно. Так я вообще жив, я не понимаю. У меня играет туда Джейкоб, дробовик, он большое расстояние стреляет. А толку? Ну, у меня другие энергетические пушки просто не достреливают. Вы поменили очищение. О, я тебя поднял. Видимо, я как-то могу тебя поднять. Я только сейчас это вспомнил. Что я, оказывается, могу в тебя кидать щит и тем самым поднимать. Полезно, но не очень. Блять. Опять тебя поднять? Давай, вставай, задолбал. Ты меня щитами кидаешь? Да! Так, у меня, ну, у меня тогда хп не полное. Ну и все равно, это знаешь, это типа, когда какая-то техника не работает, бьешь по ней кулаком, типа, сука, давай работай. Ну, ну, как-то, знаешь, проблематично. Там сзади скотина пришла к нам. Давай, добить его, добить! Вставай. Что там быстрее? Намного. Так, где он там? Какие-то сволочи летают. Ага, вижу. Но мне далековато до него стрелять. Мне надо поближе. У меня вообще дробовик, кстати, есть, которым тоже было бы неплохо всех убивать. Что у нас там? Так, он сейчас, кажется, будет делать артобстрел. Заходит. Так, ну только тебя тут, сука, не хватало. Пошел нафиг сюда. Ну нет, ну какое чудо одного выстрела? Ну убери эту хрень. Мне она вообще не подходит. Я ему урона тупо не наношу. На энергетическое оружие вообще не всегда. Блин. Где? Нет, я не знаю где я.
Вообще непонятно, что тут происходит в этой игре. О, иди сюда, мудила. Да я поднимусь уже, наверное. Есть. О, давай, фигач мне. Блин! О, у меня чувак сгорел, которого я стрелял. Сгори, скотина. Так, где это... говнюк? Может, по нему на... вообще уже не стреляем, по-моему. Да, потому что это как-то уже не первостепенная наша задача стала. Может, пытаемся хотя бы выжить. Черт! Ну да, ну да. Давай его добьем и встанем. Да, отличный план. Как ты до такого додумался? Да, я вниз прыгну. Да, там есть пацаны. Полетели два трупа, блин. У меня еще, понял, на детальки рассыпается. А, на детальки? Я просто сдыхаю, а мне ну на Ну да, у меня умирает, и как бы, да. Черт, это самый конченый босс, а? Я надеюсь, что это последний или предпоследний какой-то, потому что мне уже на это поднадоело умирать вот так вот глупо. А как к нему попасть?